Вирус отступает, ограничения снимаются, но постепенно. Первый этап возвращения к привычной жизни стартовал в Дагестане. В ожидании живительной влаги и комфортной среды. Пока одни ищут, чем полить грядки, другие спасаются от вездесущей канализации. Подробнее в нашем выпуске. Особенная кровь. В Дагестане для лечения больных коварным недугом будут использовать плазму с антителами против коронавируса. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. На этой неделе Дагестан вступил в первый этап выхода из режима ограничений и самоизоляции, о чем по итогам заседания оперативного штаба сообщил первый вице-премьер правительства региона Анатолий Карибов. Республика будет снимать ограничения постепенно, в несколько этапов. Возобновили свою деятельность предприятия площадью до 400 квадратных метров, работающие в сфере услуг, производственного комплекса, торговли непродовольственными товарами. Но при этом официально все еще сохраняется масочный режим, так же, как и необходимо соблюдать социальную дистанцию. На прошлой неделе в Махачкале открыли для посещения парки, скверы, открытые стадионы, пляжи, площади и бульвары. И если раньше за нарушение режима самоизоляции грозил административный штраф, то теперь официально разрешено совершать прогулки поодиночке и группами не более 2 человек. Однако установленные правила, как и ранее, готовы соблюдать далеко не все. Дагестан в лидерах по числу штрафов за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма штрафов, назначенных в России по карантинным статьям, почти 1 миллиард рублей. Дагестан оказался на 3-м месте по количеству протоколов, всего их более 20 тысяч, уступив только Татарстану и Краснодарскому краю. В общей сложности в суды страны поступило более 400 тысяч административных и уголовных дел, связанных с нарушением режима самоизоляции. Главврачи дагестанских больниц получат премии. С такой инициативой выступил глава Дагестана Владимир Васильев. Ранее главврачи не могли получить никаких выплат, связанных с лечением ковид-инфицированных больных, так как не попадали в соответствующие списки. Теперь же выплатами также будут обеспечены и главные врачи дагестанских стационаров. Деньги на это выделены из дополнительных доходов бюджета республики. Бригада столичных специалистов под руководством главного врача Московской городской клинической больницы в Коммунарке Дениса Проценко объездила уже немало медорганизаций Дагестана. Проценко возглавляет очередную бригаду московских специалистов, направленных в республику для оказания помощи дагестанским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада медиков прибыла в республику 10 июня. По словам опытного врача, ситуация в Дагестане стабилизировалась и эпидемия пошла на спад. За прошедшие 7 дней Денис Проценко и его коллеги побывали во многих больницах республики, а также во временном лагере для граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы и отправки на родину. Медики посетили центральную городскую больницу «Каспийска», роддом которой был перепрофилирован для рожениц с COVID-19. Мои коллеги удалось побеседовать с известным врачом прямо на месте. Что хотелось бы подчеркнуть в первую очередь, это врачей-героев, которые, несмотря на то, что клиники абсолютно разного возраста и разного профиля в, скажем так, доковидное время, все работали с полной самоотдачей. Но действительно, сейчас во всей республике всего 8 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. И многие клиники возвращаются в свою мирную профессиональную жизнь. А как столичные врачи откорректировали схему лечения дагестанских врачей? Ну, в основном, понимаете, проблема заключается в том, что доказанных эффективных препаратов нет. Весь мир, равно как и Россия, равно как и Москва и Дагестан, все эти 2 месяца находились в поиске этих препаратов. Поэтому наши подходы в начале эпидемии, в начале марта и сейчас, они очень сильно отличаются между собой. И мы видим, что эти отличия и эту эволюцию лечения, в общем, дагестанские доктора реализовывали успешно. Да. Около 100 жителей Дагестана прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске. В настоящее время еще 60 пациентов находятся на стационарном лечении. Отметим, что всего вооруженными силами России к выполнению задач в республике привлечено свыше 200 военнослужащих. В их числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники. Я очень благодарен всем врачам, особенно начальнику госпиталя Рамазанову,
Я чувствую здесь, это не полевой лагерь, это райский уголок. Иногда я чувствую, что я нахожусь на Луне. И меня окружают ангелы. Это врачи-ангелы. Таких людей я не встречал. А специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают строительство многофункциональных медицинских центров в Дагестане. На сегодняшний день работы везде уже подходят к этапу завершения. В Дербенте здание уже возведено, а на кровле появилась надпись «Армия России жителям Дагестана». Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно в процессе строительства больницы задействовано 400 рабочих и 50 единиц спецтехники. Медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Больница займет 5250 квадратных метров. Подобные медцентры появятся в трех зонах республики. Строительство завершают в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе. Уже к концу июня предполагается сдача объектов. 10 новых компьютерных томографов получат больницы Дагестана до конца года. На закупку оборудования в бюджете республики заложено 310 миллионов рублей. Аппараты КТ распределят по медучреждениям республики. К примеру, один из закупаемых томографов предназначен для Центральной городской больницы Избербаша, где единственный имеющийся аппарат КТ вышел из строя и не подлежит восстановлению. В Минздраве республики считают, что покупка новых томографов позволит значительно снизить очереди на данный вид исследования. Появится возможность более оперативно и точно диагностировать у пациентов различные серьезные заболевания, в том числе пневмонию, вызванную COVID-19. На неделе отметил 90-летний юбилей аксакал дагестанской политики Магомедали Магомедов. Президент России Владимир Путин поздравил почетного председателя Госсовета Дагестана со знаменательной датой. Глава государства отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе и пожелал Магомедову доброго здоровья, бодрости духа и благополучия. С юбилеем экс-главу Дагестана поздравил и Владимир Васильев. Руководитель региона подчеркнул, что для республики является гордостью то, что Магомедали Магомедов сегодня находится в строю и всегда может дать совет и помочь в трудной ситуации, исходя из своего богатого жизненного опыта. Благодарю вас за вот такое проявленное уважение ко мне, за то, что вы в это сложное время нашли возможность посетить меня. Вот уже 10 лет во всех странах мира в июне отмечается Всемирный день донора. Вклад доноров в дело спасения жизни людей неоценим. В этом году Республиканская станция переливания крови вновь провела акцию по привлечению доноров. О том, как прошел День донора в Махачкале, в сюжете Зумруд Гамидовой. «Сдай кровь, спаси жизнь» – для неравнодушных людей это не просто девиз, а призыв к действию. В республиканской станции переливания крови врачи ожидали тех, кто не против поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Несмотря на непростую ситуацию с COVID-19, поучаствовать мог каждый желающий. «Это важно, я считаю. Помочь, если есть возможность помочь, надо помогать». Сюда приходит много молодежи. Еще утро, а уже около 100 ребят ждут своей очереди. Сейчас давать кровь можно и нужно, так как в связи с пандемией резко сократилось количество доноров не только в нашем регионе, но и по всей России. Долгое время люди боялись приходить, а многие из постоянных доноров сами заболели. Служба крови в этот период пандемии на себе почувствовала, как тяжело, если вот такой период наступает. На 50% стало меньше доноров. Мы очень благодарны донорам, волонтерским движениям, что они смогли в этот тяжелый период нам организовать донорство. Для вот именно этот период были проведены беспрецедентные меры безопасности. Мы переболевшие COVID-19, основным донором мы определяем сейчас антитела и стараемся отводить его на... Если он на антиковидную плазму сдает через 14 дней принимаем, если нет, мы ему сейчас пишем медотвод на месяц. Организм полностью не восстанавливается. Среди дополнительных организованных мер безопасности – термометрия, осмотр и консультация врача, использование средств индивидуальной защиты. Многие здесь бывают регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения жизни людей. Наталья Нурудинова – почетный донор. Она уверена, что ее поступок послужит примером для многих. У меня мама была почетным донором, и мне всегда это нравилось, какую-то вот помощь оказывать, благотворительность. Также я привела своих детей сюда, и сына, и дочь, они тоже сдают кровь, но я считаю, что это очень, мне очень помогает и в здоровье,
Это и каждые полгода обследование проходишь, и как-то организм в тонусе держится. Сама донация – безболезненная и в то же время полезная процедура. По статистике, доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но каждым из них движет не это – помощь другим. Вот главная причина. Ну, за период карантина на станции была большая нехватка всех групп крови. И в связи с этим нам нужно было пополнить запасы. Поэтому и мы привлекали побольше людей. Суть акции была популяризация донорства и его компонентов, и увеличение запасов крови. Мероприятие объединило сотни горожан, а после наверняка их список пополнится. Но начать делать добрые дела можно не только значимые даты. Станция переливания крови работает круглый год. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На станции переливания крови подбираются также доноры из числа переболевших коронавирусом. Создается база лиц, у которых имеются антитела к коронавирусу для лечения тяжелых пациентов. Уже подготовлено порядка 28 доз плазмы. Тест на наличие антител пройдут и медики, работающие с больными. На сегодняшний день донорами стали уже 569 человек. Перед коллективом станции переливания крови сейчас стоит задача и по заготовке плазмы от переболевших COVID-19 для лечения тяжелых пациентов. Министр сельского хозяйства республики ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по мелиорации сельхозземель. Кроме того, Абзагир Гусейнов накануне посетил Бабаюртовский район. Как прошли испытания техники, произведенные промышленными предприятиями Дагестана, знает Патимат Ханапов. Общая стоимость инвестпроекта по мелиорации этих земель более 44 миллионов рублей. Реализует его фермерское хозяйство «Ихсан». Проект предусматривает строительство оросительной системы с применением современных дождевальных машин. Площадь пахотных земель более 200 гектаров. Завершить работу планируют в этом году. Сейчас в хозяйстве уже построено водохранилище, а также закуплены дождевальные машины. А в Бабаюртовском районе тем временем проходят испытания сельхозтехники дагестанского производства. Их закончат в течение месяца, и по итогам будут составлены рекомендации по улучшению и совершенствованию. И разработки очень интересные, очень нужные, очень полезные. Сегодня идет процесс отладки механизма, когда мы хотя бы, ну, наверное, через месяца 2-3 к осени получим готовый, скажем так, агрегат, паспортизированный, который мы могли бы реально продавать на дагестанском рынке. Ну и, конечно, впоследствии выходить на рынки Ставропольского края, ЮФО, СКФО. Все недоработки будут обсуждаться в ближайшее время властями республики. Затем доработанные образцы должны быть представлены производителями не позднее второй половины июля. В течение месяца мы испытывали продукцию ДАК дизеля и Буйнакского агрегатного завода. Вот на сегодняшний день мы готовим рекомендации свои с участием науки, с участием практиков и совместно с Минсельхозом. Мы готовим рекомендации, наши замечания, наши предложения нашим производителям. Отметим, что в республиканском бюджете заложено 100 миллионов рублей на субсидирование закупок техники и агрегатов на уровне до 50%. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарсов, новости ННТ, Левашинский и Бабаюртовские районы. Тем временем аграрии Дагестана приступили к уборке озимых зерновых культур. Первыми на поля, где созрел урожай пшеницы, риса и ячменя, вышли земледельцы Бабаюртовского района. Там накануне побывала глава Минсельхозпрода республики. Подробнее в материале моих коллег. Полоса в одну сторону, широкий разворот, и вот уже вторая полоса значительно потеряла в высоте. Тяжелая техника утюжит волны ячмени. Корабли полей бороздят гектар за гектаром. В ходе визита делегация посетила КФХ «Узюмчу» в селе Хаматюрт. Общая площадь пахотной земли в этом хозяйстве составляет 130 гектаров. Здесь выращивается высокоурожайный сорт ячменя «Надежда». Для комбайнеров такая экстремальная жара в работе не помеха. Выдерживать ее им помогает современная техника, точнее климат-контроль. Развернулась страда и в соседнем хозяйстве Нур. Здесь фермеры рассчитывают получить по 50 центнеров с каждого гектара. Я думаю, неплохой урожайность тоже будут. Как говорят, грех тоже жаловаться. В общем, я считаю, нормально. Единственное, плохо, что нет артезианской воды. У нас в Бабаюрте такие, как Суласская река, такой здесь воды нету.
Всего в Дагестане под озимыми культурами занято более 90 тысяч гектаров. По словам Абзагира Гусейнова, урожай этого года будет не ниже прошлогоднего. Урожай ожидается неплохой. Ждем отчета от администрации района, от фермера самого. Вот. Как мы видим, здесь 35 гектаров поля. В целом хотел бы сказать, что парк техники в республике, конечно же, не хватает там зерноуборочных комбайнов. Но мы привлекаем с других регионов на уборочную пору. Ожидаем неплохой урожай, несмотря на то, что апрель месяц был засушливый, но нас выручил майские два дождя. Поэтому урожайность мы ожидаем не ниже прошлого года. При отсутствии осадков уборка продлится не больше месяца. В целом урожайность в Бабаюртовском районе должна даже превысить показатели прошлого года. На сегодняшний день техника у нас неплохая. Почему? Потому что Дагснаб нам поставил технику. Спасибо им за то, что они помогают. В этом году мы собираемся урожай получать, как в следующий году, может и больше, наверное, на 5-10 центнеров. Зумруд Гамидова, Башир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Бабаюртовский район. Изношенные сети, низкое напряжение и старые трансформаторы. Жители микрорайона Загородный в Махачкале вот уже десяток лет не могут решить проблемы с электроснабжением. Наша съемочная бригада с представителями Общероссийского народного фронта накануне выехала на место и попыталась выяснить, почему вопрос так долго игнорируется. Более 35 лет мы здесь живем. Государство абсолютно ноль внимания, ничего не обращает. Мы сами ставим вот. Видите, все сгнили уже лет 40 им этим столбам. Микрорайон Загородный буквально превратился в темное царство. Жители уже несколько лет живут с тусклыми лампочками и еле работающей бытовой техникой. Виной всему слабое напряжение в сети. По вечерам оно едва доходит до 140 вольт. Вечером, днем стирали машины, не работает. Ничего не работает. А вы за электричество платите? Вот ему покажем документы, квитанции, все. Бесполезно, ничего не действует. А вас часто отключают свет? Расскажите, какие проблемы возникают с того, что... Месяц, наверное, раза 20, наверное, минимум. Вот так по 4, по 5 часов не бывает света. Особенно, когда прохладно. Администрация поселка поясняет, старые сети оказались не готовы к возрастающей нагрузке. Население увеличивается. Если 20 лет назад здесь проживало более 100 семей, то теперь население микрорайона превысило отметку в 2500 жителей. Имеется решение суда. Нам что нужен? Нам нужен поставить трансформатор 630 мощности и установить линию электропередачи 80 столбов. Ну, над этим работают. Его, наверное, и давно сделали бы. Все проблемы с финансовым затруднением города. Сумма где-то около 8 300 000. Что все исправить? Да, да, все это положение исправить. 8 300 000. Жители и администрация поселка пытаются добиться решения проблемы уже 17 лет. 3 года назад даже выиграли суд, однако обращения в разные инстанции пока ни к чему не привели. Но представители Россети отмечают, что с 1 июля линии начнут переводить на баланс компании. Которые на нашем балансе абоненты, мы их обслуживаем. 150 метров у нас есть вот здесь, мы их обслуживаем, и у них 220 вольт тоже есть, все нормально у них. А вот это, которые бесхозные сети, вот сейчас есть у нас общие, мы хотим его полностью на свой баланс взять, и вот тогда, когда по бухгалтерии она у нас будет идти, когда она будет на нашем балансе, мы будем то, что в наших силах делать, чтобы у них было это все. Решение, казалось бы, найдено, но будет ли оно реализовано, это совсем другая история. В свою очередь, представители Общероссийского народного фронта обещают контролировать процесс. Нам очень интересно, как повела себя прокуратура, так как они, жильцы говорят, что обращались по неисполнению и в прокуратуру. Прокуратура, также говорят, занимается отписками. Нам очень интересно, на каком основании и как они мотивировали свой отказ. Возбуждение уголовного дела в отношении исполнительного производства. Патимат Ханабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Земля высыхает, а посевы умирают. Дачникам микрорайона Кривая Балка в Кировском районе Махачкалы перекрыли воду. Они пришли на собрание, превратившееся в стихийный митинг. В проблеме разбирался наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Вот это сейчас загнило.
Это один из дачников садоводческого товарищества «Бытовик». Магомед жалуется, что большая часть посевов у него пропала, земля затвердела, овощи сгнили. Все это, по его словам, из-за недостаточного полива. Воду, говорит, подавали с перебоями, а 10 июня и вовсе полностью перекрыли. Прямо открытый кран. Вот его заглушка тут. Открытый бросил. Пенсионерка Любовь Омарова только в этом году уже 3 раза посадила огурцы. Толку никакого, ничего не выросло. Пожилая женщина с мужем-инвалидом не в силах самостоятельно поливать огород. Я сажаю, смотрю, у меня морковка вообще посохла, 7 штук вылезло и все. Я не могла поливать. Мне бегать с лейкой очень тяжело. Там воды вообще мало, только для питья. И приходится их вообще не поливать. Но это же мой напрасный труд. Чтобы выразить свое недовольство, у главного дачного офиса «Бытовика» собрались десятки людей. Они возмущены тем, что несмотря на оплату налогов и долгов, воды так и нет. По их словам, ответственные за подачу воды на их участок муниципальное унитарное предприятие «Садовник», которое относится к ведению администрации Махачкалы, не выполняет свои обязанности. Они палец о палец не били, кроме как вот трубы порезали. Больше они ничего не сделали. Уже куда только не обращались. И в прокуратуру все. Молчок, никому ничего не надо. Наш МУП, который должен нам помогать, он нам не помогает, а вымогает. Он хочет повысить за это оплату воды. А за что? За то, что мы должны были с мая месяца, даже с конца апреля получать воду, а мы ее получаем вот через раз. То воду дали, то воду перекрыли, то заварили. По словам садоводов, они регулярно оплачивают за воду своим председателям, которые, в свою очередь, передают эти деньги ответственным за ее подачу на участке. Вот 15 лет мы в садовник, я платил примерно 70-80 тысяч. В 19 году, за 19 год, этому мы в садовнику я заплатил 110 тысяч с двух обществ. Получается по 60 тысяч с каждого, то есть по 55 тысяч с каждого общества. Сейчас какие у них требуют? Теперь они требуют, что 100% будете платить. Это получается примерно, если у меня 600 участков общества, умножаете на 600, это около 400 тысяч. Меня это не устраивает, поэтому я не буду заключать договор. Почему я должен невыгодных для меня, для моих дачных условий заключать с ними договор, правильно? По новому договору в этом году тариф за поливную воду поднялся на 82 рубля. Если в прошлом году хозяин одного участка платил 560 рублей в год, то в этом году он должен будет оплатить 642 рубля. Помимо повышения цен, председателя не устраивает то, что теперь надо будет платить налоги не только за поливные участки. До сих пор было за поливной участок. Вот у меня общество, допустим, 100 поливных участков. Вот они сказали 500 с каждого участка, вот 500 умножая на 100, 50 тысяч я платил, до сих пор было. Вот с этого года они говорят, что будете за все, поливается, не поливается, вода есть, нет, за все будет. Мы так решили. В похожую ситуацию попал председатель двух других садоводческих товариществ, коммунальник 2 и дорожник. На его территорию вода также не поступает уже более 2 недель. Хотя, по его словам, за 2 предыдущих года он оплатил МУПу более 500 тысяч рублей. 19 год. МУП-садовник у меня взял 40 тысяч рублей. 40 тысяч. И МУП-садовник у меня взял 200 тысяч рублей. Вот квитанция. Это получается за 2019 год 240 тысяч рублей, да? Да, 240 тысяч рублей он у меня взял. Сейчас они кричат на собрание, там собрание было до вас. Кричат, что это фиктивные квитанции я где-то нашел и показываю, якобы отчитываюсь. Я не отчитываюсь ни перед кем. Пусть любой человек пусть проверяет, у меня все документации на месте. Представители МУП-садовник не отрицают, что выплаты дачниками были произведены, однако не полностью. Помимо долгов, с ними не был заключен договор на этот год. С 15 марта все председатели, находящиеся в этом микрорайоне, они все были уведомлены, чтобы они заключили договора, так как с 15 апреля будет начинаться поливной сезон. Большее количество председателей, они как бы пришли, заключили договора. Эти председатели, которые остались, которые в Сулавской зоне, они как бы просто провоцируют людей и не хотят, просто не хотят заключать договора и не хотят погашать старые долги за прошлые года. Мы каждую неделю с ними проводим работу, каждую неделю мы просим, чтобы они пришли, поговорили, чтобы мы поняли друг друга, чтобы мы как бы все вместе решили общими усилиями. Но в тот же момент каждый раз он приходит с разными дачниками, каждый раз с разными людьми, и каждый раз уходит, разговор остается ни о чем.
В связи с этим нам пришлось временно приостановить подачу воды и отключать до этого, как бы мы там не то чтобы отключили, там просто ее перекрыли задвижки. Вот, и пускай заключают договора на 2020 год. И после этого уже будет полным ходом вода предоставляться. Представители администрации Махачкалы также объяснили, что налог возложили на все участки только потому, что председатели дачных сообществ не предоставили полный список земель, где вода для полива требуется, а где не требуется. А причину поднятия тарифа на 82 рубля в год они объяснили тем, что эти средства в первую очередь пойдут на приобретение технического оснащения, покупку мощных насосов и на самое главное замену старых труб, которые здесь были проложены еще в 80-е годы. В этом году, если мы не начнем потихоньку замену этих труб, то в следующем году эти трубы просто рваться будут. Хотя сейчас даже момент, то, что мы поставили новый насос на Сулакскую зону, здесь уже здесь трубы рвутся, потому что они очень тонкие. Да, они не выдерживают давление. Людям население прибавляется, людям нужно давление, а они не, мы поставили насос больше, а трубы не выдерживают. По словам местных жителей, противостояние между председателями садоводческих товариществ и МУП-садовник продолжается уже более 10 лет. Кто кем манипулирует, а кто кого шантажирует, остается неясным. Но известно одно – страдают обычные люди, которых в этом микрорайоне уже более 20 тысяч. Жители надеются, что выяснением ситуации и разрешением проблем с подачей воды и других коммунальных услуг займется не только администрация города, но и следственные органы. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал НТ, Махачкала, микрорайон Кривая Балка. Кто-то жаждет чистой воды, а другие не знают, куда деваться от грязной. В махачкалинском микрорайоне Пальмира царит полная антисанитария. Всюду зловоние и нечистоты вместо комфортной городской среды. Полноценной жизни людей мешает канализация, из блага цивилизации, превратившаяся в бедствие. Недовольные граждане, обойдя все инстанции, не найдя никакой поддержки, обратились за помощью к нам в редакцию. Жители злосчастных улиц буквально утопают в канализационных стоках. Но никто либо не в силах им помочь, либо попросту не считает нужным исправить ситуацию. В проблеме разбиралась Алина Багилова. Современные стандарты комфорта, казалось бы, выглядят совсем иначе. Но некоторые наши земляки вынуждены погружаться в грязные воды, испытывая на себе все прелести средневековой жизни. Резиновые сапоги – чуть ли не единственная обувь, с которой можно выбраться из этих канализационных луж. Если в холодное время запахи нечистот были не так ощутимы, то летом аромат дает о себе знать. Как с этим жить и как бороться, никто не знает. Жители микрорайона просто в недоумении. От безысходности люди обратились к нам в редакцию с просьбой помочь, так как различные инстанции, по их словам, просто игнорируют все обращения, будто бы не замечая эту плачевную ситуацию. Все друг на друга это все перекидывает. Ни администрации города Махачкалы, ни ЖКХ. Никакой реакции ни администрации Ленинского района, да, никакой реакции нету. Канализационные черви здесь. Эта грязная канализационная вода заполнила весь микрорайон Пальмира. Зловонные запахи повсюду. Лужи канализации в прямом смысле отравляют жизнь. У каждого перед домом и даже во дворах похожая картина. Повсюду невыносимый смрад. Черви, которые стали хозяевами земли, превращенной в болото. А весь урожай пропитан канализационной водой. Вонючий запах, дышать им нечем. Сколько травы собрала здесь, все вот в воде, вот что делать, вот вода течет. Это все туалетная вода, туалет. Вот дома дышать нечем, я белизну, дезинфицирующие вещи, все, освежитель воздуха, все брызгаю и ложусь спать. Я сама больная, с сахарным диабетом, на улицу выходить не могу. Как здесь жить? Кому обращаться? По словам людей, проблема существует уже давно, но, как говорят представители управления ЖКХ, корнем зла считаются сами люди, которые построили свои дома в поле, не предусмотрев заранее, как будет работать канализационная система. На вопрос, как помочь людям в этой ситуации остановить и предотвратить разлив фекальных вод, никто из причастных к проблеме не может дать точный ответ. Управление ЖКХ ссылается на Минстрой, а Минстрой, в свою очередь, на администрацию города. Круг замыкает. Если вот аварийные ситуации в настоящее время там есть, наблюдается,
это полномочия городского округа, город Махачкала. Угу. Есть 131 федеральный закон, в рамках этого федерального закона они должны, обязаны обеспечить население. Наш успех зависит именно в данном случае от действий и от своевременного представления документов, необходимых для полного проектирования от администрации города Махачкала. Насос сгорел. Смотрите, продукты, все половина в воде, говне. Теперь это кто будет мне ущерб платить? На вопрос, что делать и есть ли свет в конце тоннеля, людям ясного ответа не дают, предлагая подождать до 2022 года. Поэтому жители Пальмиры так и остаются заложниками проблемы, решить которую никто не берется. Всю систему, вот эти жители вот этой улицы, все за свой счет сделали эту канализацию. Это представь, бюджет города, сколько денег сэкономил, бюджет города, да? Спрашивается, а куда это все уходит? Так же нельзя, если люди за свой счет сделали, администрация города или ЖКХ тоже может сказать, слушай, эти ребята сделали, давай мы тоже поможем им, поддержим, откуда вы? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Эстафета добра продолжается. Очередная помощь от благотворительного фонда «Инсан» дошла до жителей Кабардино-Балкарии. Из Дагестана в соседний регион отправились представители фонда. О том, как принимали гуманитарный груз братского Дагестана в Нальчике, в сюжете Хадижи Курбановой. Эта большая фура с гуманитарной помощью прибыла уже в Третью республику Северного Кавказа. На этот раз делегация Дагестана посетила Кабардино-Балкарию. Привезли с собой целый набор всего, что сейчас так необходимо. Это защитные костюмы, маски и другие СИЗы для врачей, а также более 25 тонн продуктовой помощи. Принимающая сторона благодарна за такое внимание. Братский дагестанский народ, брат наши братья, по вере нашли, изыскали возможность оказать помощь нашей республике медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, продовольственными наборами, за что искренне от всей души хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, муфтия, уважаемого Ахмад Хаджи, за организацию, такую организацию, и представители, руководители фонда «Инсан», которые, несмотря на тяжелое положение сегодняшнее, могут организовать вот такую помощь. Помогать соседям самым необходимым стало уже традицией для благотворительного фонда по сей день. По словам гендиректора «Инсана», в организацию поступают обращения с просьбой о помощи из разных регионов страны. Оказать поддержку хочется всем, и совместно с неравнодушными дагестанцами у представителей фонда это получается. Сегодня мы находимся в республике Кабардино-Балкария, привезли гуманитарную помощь для братского народа, 25 тонн продуктовой помощи и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Мы понимаем, как важно сегодня протягивать руку помощи в такие трудные моменты. И это как бы не последняя акция гуманитарной помощи фонда «Инсан», такие мероприятия будут продолжаться и дальше. Учитывая, что ресурсы у людей и материальные, и моральные уже почти на исходе, в фонде уверены, что даже небольшая помощь поможет выйти из ситуации легко. Всего вместе с сегодняшней поездкой делегаты проехали более 1000 километров добра, посетив также Карачаево-Черкесскую республику и Северную Осетию Аланию. Между тем, в условиях пандемии без работы и средств к существованию остались и многие дагестанцы, поэтому фонд «Инсан» продолжает оказывать продовольственную помощь в рамках акции «Продукты в каждый дом» и в нашей республике. Хадижа Курбанова, Асият Умалатова, Зарифа Шабанова и Камиль Магаев, телеканал ННТ, Нальчик. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!